Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, Марина. Итак, давно говорилось о том, что малому и среднему бизнесу будут даны налоговые послабления. С этого года эти правила начнут действовать. Вот расскажите, что меняется у нас для предпринимателей республики? С федеральным законодательством введена возможность установления субъектами нулевой ставки, так называемых налоговых каникул, для субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения. В настоящее время таким правом воспользовались уже 76 субъектов, в том числе и Республика Хакасия. Приняла, значит, соответствующие изменения в законодательство по этим налогам. И у нас с 15 июля 2016 года действует нулевая ставка в отношении упрощенной системы налогообложения, в отношении определенных видов деятельности для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Это в основном у нас вся производственная сфера, это рыболовство, это охотоводство, это услуги по, значит, это образовательные услуги, социальные услуги. Налогоплательщики, индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные, после 15 июля имеют право в течение двух налоговых периодов применять нулевую налоговую ставку. При этом существуют определенные ограничения по численности работников, это не более 15 человек, и по сумме полученных доходов, не более 7 900 000 рублей в год. Иначе говоря, у кого доход до вот этого предела, они вообще могут не платить налогов? Да, да, ставка нулевая, налог не уплачивается. Все налоги? Именно налоги, которые применяются по доходам, полученные от этих видов деятельности, налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения. По объекту налогообложения доходы минус расходы. Также установлены пониженные налоговые ставки для, значит, плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом доходы минус расходы. То есть у нас общая ставка – это 6%, а по отдельным категориям налогоплательщиков применяется ставка 2%, значит, это сельское хозяйство, вот, и рыболовство, охотоводство. И 4% – это, значит, сфера производственной деятельности. То есть в целом это существенное послабление для бизнесменов? Да, я думаю, что для начинающих предпринимателей, впервые зарегистрированных, которые вот осуществляют, можно сказать, старт предпринимательской деятельности, это, конечно, значительные налоговые преференции, которые дают им возможность все-таки в период начала осуществления деятельности не уплачивать вот эти вот платежи. А благодаря этим изменениям насколько в целом снизится налоговая нагрузка с учетом всех отчислений в пенсионный фонд по другим платежам? Это на 20% или на сколько? Ну, в каждом случае это индивидуально получается, потому что обязательства налогоплательщика, они зависят и от количества работников, и от наличия там собственности имущества, транспортных средств, земельных участков и так далее. Но я думаю, что все равно это существенная часть, существенная сумма, особенно для начинающего бизнеса. Определенные изменения есть и для тех, кто работает по патенту. Это существенные изменения. У нас патентная система налогообложения применяется в отношении 62 видов деятельности. Вот в отношении 20 видов деятельности установлена также возможность применения налогоплательщиками нулевой ставки. То есть также налогоплательщик впервые зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, может подать заявление на применение патентной системы налогообложения, вот, и применять нулевую ставку, то есть не уплачивать налог в течение двух налоговых периодов. А налоговый период может составлять по желанию налогоплательщика от 1 месяца до 12. То есть вплоть до 2 лет, до 24 месяцев налогоплательщик имеет право не уплачивать налог. Кого именно касается вот эта нулевая ставка, кто работает по патенту? Ну, перечислите некоторые виды деятельности. Ну, в основном это бытовые услуги, ремонт, пошив швейных меховых изделий, ремонт, чистка, окраска и пошив обуви, услуги по обучению населения, ветеринарные услуги, различные услуги производственного характера, значит, услуги, связанные с обслуживанием сельского хозяйства и связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции. С 7 января 2016 года также этот перечень видов деятельности
дополнился у нас еще и услугами по производству молочной продукции, производству хлебобулочных, мучных изделий, лесоводства, деятельность по уходу за престарелыми. То есть, ну и там еще вид очень деятельности. Широкий круг. Да, очень широкий круг и спектр, значит, видов деятельности. Скажите, пожалуйста, а предпринимателям для этого нужно писать какие-то заявления или все будет происходить автоматически? Налогоплательщик, который подает, то есть, во-первых, он должен быть впервые зарегистрирован, подает заявление, указывает соответствующий вид деятельности, который, значит, подпадает под действие нулевой ставки. Ну и, соответственно, при расчете стоимости патента будет применена нулевая ставка и сумма платежа будет равна нулю. То есть патент выдадут бесплатно. Какой эффект можно от этого ожидать, от введения нулевой ставки? Прежде всего, эффект это все-таки в долгосрочной перспективе. Эффект рассчитан на, во-первых, поддержку субъектов малого предпринимательства, впервые зарегистрированных, начинающих свою предпринимательскую деятельность. Также этот эффект рассчитан, эта мера государственной поддержки рассчитана на выход из тени нелегалов, на легализацию все-таки теневого бизнеса. Потому что в такой ситуации, при таких условиях, все-таки налоги платить выгоднее, значит, чем находиться в тени. Иначе говоря, у нас можно ожидать бум малого и среднего бизнеса? Ну, не бум, а все-таки увеличение, ну, определенное количество предпринимателей, зарегистрированных предпринимателей, применяющих эти виды деятельности, мы все-таки ожидаем. Скажите, а вот текущая экономическая обстановка, как она в целом влияет на количество индивидуальных предпринимателей, ООО? Ну, если говорить по индивидуальным предпринимателям, то у нас каждый год стабильно прослеживается незначительное снижение количества индивидуальных предпринимателей. Это, прежде всего, связано с снятием с налогового учета предпринимателей, реально не осуществляющих предпринимательскую деятельность, но у которых все равно имеется обязанность уплачивать страховые взносы. И также проводимые работы налоговых органов с предпринимателями-нулевиками. То есть у нас, если брать 2015 год, то у нас по сравнению с прошлым годом, 2014, снижение количества предпринимателей на 3%. 200 предпринимателей примерно сняли с учета. Ну, это из 15 тысяч. Это мы все-таки не считаем каким-то существенным результатом. А вот проблемы в экономике, они отражаются на платежеспособности малого и среднего бизнеса? Вот если брать данные за январь-март 2016 года, то у нас наблюдается некоторое снижение поступлений от этой категории налогоплательщиков. Если за этот же период, за январь-март 2015 года, у нас поступило 226 миллионов рублей налогов, то за 2016 год 212 миллионов рублей, снижение на 6%. Но опять же, говорить, что это связано с нестабильной экономической ситуацией или с применением налогоплательщиками налоговых каникул преждевременно, потому что основной срок уплаты той же упрощенной системы налогообложения по единого налога по упрощенной системе налогообложения индивидуальным предпринимателям 30 апреля. Поэтому окончательные выводы и результаты можно будет сделать после наступления этого срока. И в заключение все-таки хотелось бы понять, каков вклад у нас предпринимательства в экономику республики? Насколько действительно они дают много налогов и почему их нужно поддерживать? Ну, вклад значительный. У нас в прошлом году от субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы индивидуальных предпринимателей, поступило 1 200 000 000 налогов. Вот, что составляет 7 с небольшим процента от общих налоговых доходов бюджета Республики Хакасия. То есть вклад существенный. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго.